Телеканал КРТ представляє. І чому говорять, що на юго-востокі сепаратисти? Да я вам скажу, що на западі України сепаратизму в 50 раз більше, і ви це все увидите. Я вам скажу тільки так ментально коснусь. На юго-востокі жителі все работали всегда на крупных предприятиях, поэтому там коллектив, интернациональный сплав. Чтобы продать продукцию, например, там Южмаш, высокие технологии, это нужно производство металлов, шар, уголь, кокс, металл, вот эта спайка, это нужно государственные программы, КБ, это конструкторские бюро, это надо институты готовить специалистов, это для этого нужно государство. Да. Ментальность больше на Западной Украине, так называемый мелкие собственники, крестьянин одноосібник, буряк и свиньи будут расти вне зависимости, кто в Киеве. Налоги никто в поселам не платит, работы нету. Смотрите, он живет, свиньи, буряки, картошка, что продал, то твое. Налоги никто не платит, и от государства он не ждет ничего. Да. Нужно ли ему это государство? Дорожит ли он? Дорожит ли он этим государством? Надо на Майдан 500 гривен в день, 200 гривен в день. Почему бы не подзаработать? Сельскохозяйственные работы закончились, осенью поехал на Майдан. Подзаработал. Ему все равно. Порошенко, Зеленский, ему, ну, без разницы, свиньи растут, буряки в погребе, ему больше ничего не надо. И они не дорожат государством. И почему происходит, вы не задумались, дискредитация власти? Вот уже вот сколько лет, сначала там потеряли Крым, потом Донбасс, и потом дискредитация власти. А государство разваливается, по сути. И смотрите, президент клоун, недоумок, президент кондитер, вор, подлец, Верховная Рада, безработные, фотографы, беременные, неудачники, Верховная Рада, ничтожество. Все и премьер-министры, и министры, ренегаты, варяги, наемники, грузины, прибалты, американцы, кого уважать, армия. Армии всегда всю жизнь доверяли больше всего. Армия стреляет свой народ. А есть хорошая пословица. Армия стреляет по своему народу один раз. Второй раз она уже стреляет по чужому народу, что в Донецке, Луганске произошло. Почему идет такая дискредитация? Знаете, а такое государство и не жалко. Да кого там жалеть? Президент клоун, Рада недоумков, министры ренегаты. Вот к чему это все идет.